Солнечный лучик в комнате. Всем доброе утро. Плиз, Танечка, на коверчик. Значит, не имею такой дурной привычки. После первой закусывай, так и я. Чашка кофе со сливками, мягкий сыр и буквально два орешка. Все. Ну, вода, само собой. Вода, напиток из овса. О, у меня все в рифму, да? Ну, хорошо, с утра начинаем улыбаться. Это уже хорошо. Так, ну что, плиз, обнуляю весы ножкой вот так. Раз. Нолики выскочили. С телефончика 300 грамм снимем. Стали. Да, что-то прыгает. Так. Итого 79-100. Минус 300 грамм. 78-800. Молодец, Танечка. Молодец, Танечка. Очень нормальный ход. Прекрасно просто. Молодец, Таня. Ты на правильном пути. Вчера что? Ела, вспоминаю. Вчера у меня были сырнички с амарантовой мукой. А полпятого к 5 часам я ела салатик оливье. Ну, почти салат оливье. Ну, то есть, я показываю свои тарелочки, довольно объемные и очень-очень к тому же вкусные. Сладости, шоколад, фрукты, само собой. Молодец, Таня. Вы только посмотрите. Какие баррикады у меня на кресле. Вы только посмотрите. Подушечки здесь. Такое гнездышко. Кто здесь? Что здесь у меня? А ну давайте посмотрим. Полотенце махровое. Так. Ух ты! Гнездышко. А там снизу еще грелка. Это йогурт у меня. Отлично получается. Спасибо людям, подсказали. Таня, да не включай ты эту мультиварку на 8 часов. Я ставила йогурт на программу «Йогурт». У меня в мультиварке есть и прекрасно получается. 8 часов на ночь ставлю. На утро хороший йогурт. Все нормально. Мне говорят, Таня, баночки. В тепло укутайте баночки. Отлично получается. Зачем гонять эту мультиварку? Думаю, точно. Я попробовала один раз, мне понравилось. Очень понравилось. Грелочку, я придумала самогрелку. Грелку укутываю, полотенечко, подушечки. О, девочки, какие красуньки. Такие, как и мы, да? Ну и все. Отличный агрегат у меня придуман. Отлично, йогурт, йогурт. Вот вам, пожалуйста. Мне говорят, у меня есть йогуртница, а у меня есть мультиварка. Есть программа «Йогурт». Но мне так не хочется, мне вот так хочется. Мне хочется так. Самое главное – результат, чтобы отлично получилось, правда? Крышечку приподняла, вам показываю, мои хорошие, сейчас утро. У меня с вечера замачивается мясо. Домашний петух, половинка. И копытко свиное, тоже домашнее, покупала на рынке. Вот, пожалуйста. Копытко уже очистила я, залила второй водичкой. Сейчас ухожу с квартиры, приду и буду заниматься холодным. Ну вот, пожалуйста. Вот так мы с вами будем худеть вкусно. Вкусно, аппетитно очень. Приоткрыла мультиварку. Вот вам показываю. Пыхтит, пыхтит. Холодное пыхтит. Морковка, лучок. Лучок в шелухе для цвета. Пахнет холодец, пахнет. Почему пахнет? Чеснока еще нету, лаврушки еще нету. Под конец положу. Домашний пивник, люди. Домашний пивник пахнет. Мясо пахнет домашнее. Смачно. Очень вкусно будет. Я в новом парке уже. Вот столько сейчас времени, 8 часов утра. До этого парка мне, ну, приблизительно 2,5 километра. Собачки. Жарко собачки. Зашла водичку, хочет походить. Хочет походить по водичке. Прохладненько. А я в темпе, в темпе, в темпе. Танечка в темпе. Можно прямо, да. Но я сейчас направо. Не налево, нет, не налево. Направо. И так бежком у меня здесь, бежком. И так. Справа налево. Слева направо. Справа налево. Вот так, вот так, вот так, вот так. Опа. И здесь у меня в темпе, в темпе, в темпе.
Здесь такая легкая пробежечка у меня всегда. Хорошо, свежо так. Свежо, свежо, свежо. И никого. Краса. Все полито. Так свежо. Вот травка поливается. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Просто божественно. И собачки играются с водичкой. Хорошенькие. Пьет водичку. Ой, просто рай, люди. Это рай. Боже, спаси нас всех. Рай. Мне сегодня нужно быть дома. Ну, к началу 10. 9 это вообще будет прекрасно. Ну, так мне сегодня нужно. Ну, молодец, Танечка, молодец. Таня уже пробежала пол парка и сделала упражнение. То же самое в конце будет. Сейчас 8:15. У Танечки темп. Не просто ля-ля-ля. Таня наслаждается природой, парком. Нет, Таня занимается. В темпе, в темпе, в темпе. Только когда вспотеете, будет результат. Только тогда выделяются гормоны. Покраснели, прошли, подышали, запыхались. Это все не то. Вспотели не от приливов, не от жары, а от движения. От легкого стресса, который идет от физической нагрузки. Вот поднимайся, я даже бегу, у меня такая легкая пробежка. Но я не запыханная. Значит, что это? Это резерв сердца. Сердце. Тяжелую минуту, когда есть нагрузка, может перекачать 20 литров крови. У кого-то только 6. Поэтому человек запыханный. Нормальненько, нормальненько. Все, прячу камеру, телефончик прячу. У меня обратный путь уже. Турничок. Повисела на турничке, посчитала до 110. Даже не думала. У меня последний результат такой хороший был. 80 или 90 даже. А сегодня 110. Ну, это классно, это радует, правда? Иду на простец. Я уже практически возле своего дома. Сейчас посмотрим время, которое я потратила. Вот меня часто спрашивают, сколько времени занимает пробежка. Вот давайте посмотрим. Я вышла из квартиры 7:45, без 15:08. Значит, сейчас 9 часов. Я потратила сколько? 1:15. Вот за 1:15 у меня 6.5 километров. За это время я выполняю упражнения в новом парке в 2 местах. Ну, пусть по 10 минут, но я трачу времени. Я перехожу трассу, я стою на светофоре за это время, за 1:15. И километраж у меня составляет 6500 плюс упражнения в нескольких местах это время. Ну, все, я уже дома. Поэтому не ищите причинки, находите возможности. 1:15. У меня честь до ушей. Картина маслом. Люди, картина маслом. И букет, полевые цветочки, да, и шортики. Я положила здесь шорты, мои хорошие, потому что я нашла ракурс. И лучше, вот, я так хожу дальше, вот, лучше просматриваются пятна. Вот пятна на попе, видите? Вот это я вспотела. А какие на мне плавки? Их содрать нельзя, еще их не снимала. Сейчас буду сдирать их себя. Майка мокрющая. Ну, майка это само собой. А вот, пожалуйста, на попе через плавочки. Вы посмотрите на эти шортики. Вроде бы я сидела на мокрой травке в парке, да? Ну, точно. Наверное, Таня где-то ляпнулась, да? Нет. Вот, пожалуйста. Кто-то меня видит? Нет. Никого нету на улице. Все по домам. Окна у всех открыты. Я же иду между домами, вижу. Нет, люди дома. Все нормально. Все хорошо себя чувствуют. Все нормально. Ну, а Танечка отзанималась. Вот вам, пожалуйста. Вот это развитие метаболизма и вот это развитие обмена веществ. Только двигаться. И вот это развитие нашего здоровья, да, улучшения. Только должен быть темп. Самое главное – вспотеть. Вспотеть. Не просто от солнышка, а вспотеть нужно от легкого кратковременного стресса, который идет от физической нагрузки. Вы помните, да? Бубновского вспоминайте. Если вы не вспотели, значит, это ничего. Вы не работали. Все, молодец, Танечка.
равняемся на сильных. И слушаем умы Бубновский, доктор Сильянов, только вспотеть. Если вспотели, только тогда выделяются анаболические гормоны. Только тогда идет развитие вашего тела. Нам нужны факты. Мне не нужен фитнес-клуб. Мне нужны факты. Слабая яркость, жалюзи затянуты, сейчас время обеда. Но не моего обеда, нет, люди. Час дня. Даже начало второго уже. Я с холодильничка взяла сельдерей, покупала на днях. Пожалуйста. Молодой, озорной, наш фаворит. Сельдерей. Все, появился сельдерей. Отлично просто. У меня в плейлистах есть видео. Биточки из сельдерея. Смотрите и готовьте. Ну вот я сейчас буду готовить. Что нужно? Яйцо, мука, у меня цельнозерновая пшеничная. Все, ножик нужно еще взять в руки. Сковородочка, растительное масло. Приступаю к делу. Готовлю биточки из сельдерея. Буду есть в 16:30. Хочу пораньше сегодня поесть. Потому что еда такая будет у меня плотненькая. Нужно есть пораньше. Начинаю с красивого, цветочки. Мне передали цветочки астры. Свеженькие, красивые, яркие. Это не с рынка, это не с клумбы. Люди, це з городу. Картопелька ще в землі, а астри на столі. Вот я в рифму даже сказала, я поэт. Зовуся Цветик, от меня вам всем приветик. Картопелька в землі, а квітки на столі. Астрочки. Квітки з городу. Дуже красиво, дуже дорого. Дорого душе. Астри. Скоро осінь. Скоро осінь. Значить, школа. Да. От пам'яті нам нікуди не деться, як от того, що завтра предстоїт. Слова Бунина. Но тарелочки мои не хуже, люди. Давайте посмотрим. Бульончик у меня вчера был, вернее, варился холодец. У меня бульон варился. И получился холодец, люди. Я показывала вам кастрюльку, мультиварку. Пыхтел у меня бульончик, холодец. Домашний петушок. Ну, заметно, домашний петушок. Но такой жирок даже было грех снимать, люди. Насыщенные жиры. Цвет желтый-желтый. Просто камера так не показывает. Сейчас закрыты жалюзи. Прозрачный холодец. Ну куда выбрасывать такое здоровье? Это здоровье. Это насыщенные жиры. Вспоминайте. Это состояние жиры конкретно нашей слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Если нету насыщенных жиров, человек живет на овощных наварах, что получается? Ослабевает слизистая и желудка, и двенадцатиперстной кишки. И компоненты любой пищи впитываются с дефицитом. Вот вам и насыщенные жиры. Обязательно бульоны, навары, холодцы – это наша еда. Убирается воспалительный процесс. Увеличивается количество хороших бактерий, ну то есть увеличивается, вернее, улучшается наше пищеварение. Бульоны, только человек съест бульон, холодец, все, человек улегчает, да? И сила появляется, насыщение надолго. Почему насыщение? Потому что бульон – это холодец. Ну то есть бульон – это белок. Ну сейчас у меня уже холодец, да? Заговорилась немножко. Бульон – это белок, чистый белок. Польза бульона в чем? Потому что бульон – это коллаген, а коллаген – это белок, который содержится в костях, в суставах, где еще? В сухожилиях. И когда бульончик у нас кипит, то коллаген расщепляется на белок, называемый желатином.
У меня пыхтел бульон в мультиварке, у кого-то кастрюльки. Моя подружка мультиварка. Обожаю ее. 3 часа. Программа томления. Но я, правда, еще потом добавила немножко. То есть при кипячении коллаген расщепляется на белок, называемый желатин. И вот желатин содержит важные аминокислоты, которые поддерживают наше здоровье. Самая-самая ценная аминокислота вот здесь – это глицин. Помните? Глицин, глицисет продается в аптеке. Самая ценная аминокислота – глицин. Мне, кстати, на днях писали, Таня, муж накупил кукурузы. Сказали диетологи, где-то там слышал кто-то, да, в ютубчике, что хорошие аминокислоты надо обидаться конкретно кукурузой, чтобы получить аминокислоты. А сахара? Если вам нужно стройнеть, то не кукурузу нужно есть, а огурцы нужно есть. Не балуйтесь кукурузой. Муж пусть ест, а вы нет. Мне написали, выгони мужа. Какая прелесть. Наши женщины молодцы. Так, я напомнила о бульоне, о холодце. Я напомнила, то есть это хорошая еда, это прекрасная еда для стройнеющего человека, кто держит вес. Это хорошее насыщение. Белок, мясо, жиры натуральные, насыщенные. Это насыщение. Люди, как же это классно. Мясо – это ферменты поджелудочной железы. Пожалуйста, напоминаю. Из чего строятся ферменты? Поджелудочная. Амилаза, липаза, протеаза. Из белка животного. А наши гормоны, жирорастворимые, и вообще все гормоны, да? Им нужны жиры хорошие, насыщенные. А нашим сосудам что нужно? Тоже жиры нужны. Не травка-муравка, не брокколи, брокколя. Нет, жиры нужны сосудам тоже. Как-то вспомним. Так, дальше что у меня? А, вот еще. Фаворит. Кстати, мне написали, Таня, это действительно наш фаворит. Сельдерей. Люди, наконец-то появился молодой сельдерей. Посмотрите. Еще в судочке у меня весь. Я взяла себе 3 кусочка, они не маленькие, еще в судочке. Раритетный судочек мой, там у меня сельдерей. Кто-то скажет, такая комбинация, Таня, у тебя овощи и вот этот, значит, холодец, да, бульон, хотела сказать. Ну да, овощи, это как альтернатива хлебу. Да, можно сделать намазку любую, на кусочек сельдерея. Вообще, кому не нравится сельдерей, то хочу заметить, вообще не пахнет сельдереем, вкуса не почувствуете сельдерея вообще. Мне тоже не нравится сельдерей, вот вываривается если кусочек там где-то в супе, мне не очень это нравится. Но запах не очень нравится, да? Но вкус здесь хороший, вы не почувствуете, вы никогда не поймете, что это конкретно сельдерей. Нет, вот жареный сельдерей, нет, очень вкусно получается. Ну, хотя в супчик тоже можно, как альтернатива картошке, тоже не почувствуете, что это сельдерей. Нет-нет, да, согласна с этим. Но это вкусно, это наша еда, сельдерей. Это вообще пищеварительная система. Кстати, говорят, что сельдерей даже помогает расщеплять жиры. Поэтому отлично применять как средство для похудения. Люди, как это классно. Хватаемся, как утопающий за ниточку, за эту информацию. Отличное средство для похудения. Вот в этом овощи много и жидкости, и клетчатки. Клетчатка и жидкость дает нам что? Сытость. И причем на длительный срок. Ой, как это классно, люди. На длительный срок. Часто не едим, не выделяется инсулин. Все, нету инсулина, нету аппетита, нету жирозапасающего гормона. Все. Сытость. Хорошие плотные волокна. Значит, моторика кишечника будет. А только напоминаю. Ну, много полезных здесь минералов, аминокислот. Не буду перечислять. Вырывать страничку с Википедии не буду. Можно зайти, посмотреть. Самое интересное, что вот эти минералы замедляют процесс старения, люди. Это классно. О, надо есть. Замедляется процесс старения. Супер просто. Ну и потом сельдерей используют как мягкое мочегонное средство. Сельдерей выводит не только токсины, но и еще мочевую кислоту. У кого там проблемки? Анализ по мочевой кислоте не очень хороший, да? Высокая. Сельдерей. Заболевание мочеполовой системы. Обратите на это внимание. Сельдерей. Сейчас идет сельдерей, поэтому используйте. И потом. Для худеющего человека сельдерей – это фаворит овощей.
биточки сельдерея. Я оставляю ссылочку на видео, плейлисте у меня есть видео, биточки из сельдерея. Как же мне нравится удержание веса и мое похудение, да, люди? Какая прелесть! Какая вкусная еда! Да, мои хорошие, едим вкусно, стройнеем к тому же, и пусть нам не верят. Всем приятного аппетита! Кто со мной?